прогноз погоды на 28 октября. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была минус 15, минус 14 градусов. В Заречье от минус 18 до минус 15. В южных улусах минус 15 градусов. В Вилийской группе улусов минус 15, минус 12 градусов. В Нижнеленске от 18 до 13 градусов со знаком минус. В западных улусах минус 18, минус 15 градусов. В Колыма и Индигирской группе улусов от минус 6 до минус 9 градусов, в Янске от минус 23 до минус 11, на северо-западе минус 16, минус 11 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 14 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем ожидается минус 10, минус 12 градусов.